Уважаемые коллеги, доброе утро. С небольшой задержкой на целых 7 минут мы начинаем наш вебинар. Я прошу прощения за задержку. Необходимо было увидеть, что все работает, и что все будет интересно и правильно. Я уже вижу вопросы в чате. Например, Светлана Юрьевна спрашивает, подскажите, пожалуйста, длительность вебинара. Коллеги, вебинар продлится примерно час-десять, я надеюсь. Если у нас будут какие-то вопросы, их можно будет обсудить в конце, после того, как я дам информацию о получении сертификата. То есть постараемся сделать вебинар достаточно удобным. Кстати, напишите, пожалуйста, а вы меня хорошо видите и слышите? Хорошо, я представлюсь, хотя на экране на слайде написано. Меня зовут Алексей Васильевич Конобеев, кандидат педагогических наук, главный редактор издательства «Титул» и журнала «Английский язык в школе» и автор ряда учебных пособий по английскому языку. Коллеги, есть ли кто-то из вас, кто впервые участвует в вебинаре? Если кто-то впервые, напишите, пожалуйста, впервые, и я тогда более подробно скажу какие-то организационные моменты. А те, кто не впервые, если можно, напишите, откуда вы нас слушаете, откуда вы присоединились к вебинару, потому что всегда приятно и полезно знать, откуда коллеги. Вот у нас есть Москва, Подольск, это Московская область, Ярославская область, я в Ярославле буду на следующих выходных на конференции, Астрахань, Нижний Новгород, Ростовская область, Кемерово, Московская, Усинская республика, Коми, Тюменская область, Волгоград, Воронеж, Новочеркасск, замечательно, Павловский Посад, Оренбург, то есть география довольно свободная, Амурская область, город свободный, какое прекрасное название. Ну что ж, коллеги, в конце вебинара вы все получите электронные сертификаты, и у нас сегодня новшество, если кому-то из вас нужен сертификат напечатанный, на бланке, с печатью, с подписью, с номером и так далее, то есть не то, что в электронном виде, а именно, чтобы вам прислали по почте, я в конце вам скажу, каким образом его можно будет получить. Коллеги, нужен кому-то печатный сертификат? Ивану видим, слышим хорошо. Еще у нас коллеги из Ярославской области. Наталья Жаркова спрашивает. Наталья Леонидовна, я буду в школе Дмитрия Никитина. Там будет конференция суббота и воскресенье. Я буду выступать два раза. Нужен сертификат. Кто-то пишет, Татьяна Михайловна пишет, посмотрим. Хорошо, я все расскажу тогда. Я в конце специальный слайд приготовил. Ну что ж, коллеги, тема у нас сегодня звучит следующим образом. Новая система Тинки-Линки для раннего обучения английскому языку с применением мобильных технологий. Я в июне уже проводил вебинар, возможно, кто-то из вас участвовал, когда мы говорили про технологии mobile learning в обучении английскому языку. Но давайте я расскажу вот о чем. Вот вас приветствует Тинки-Линки, это персонаж, о котором мы сегодня еще услышим не раз. Но на самом деле давайте вот о чем поговорим, коллеги. А как вы обучаете детей английскому? С какого возраста, скажите, пожалуйста? И какие варианты? Например, дома в семье. Это вы обучаете как родитель собственных детей или, может быть, внуков или племянников. А дома домашнее обучение, ну, вы как репетитор. Кто-то, может быть, работает в детском саду или в каком-то еще дошкольном учреждении. Вот, посмотрите, Анастасия из 3 лет в детском саду. Замечательно. Кто-то со 2 класса, Наталья Николаевна Новикова пишет, если я не ошибаюсь в отчестве. Школа. Дома в семье с 2-3 лет. Замечательно. Со 2 класса. Школа как учитель в частном центре. Замечательно, коллеги, почему я спросил? Потому что очень интересно сравнить опыт наш с вами и поговорить о том, чтобы вы, например, сказали, что я поэтому вас попрошу комментировать в ходе, вот исходя из вашего опыта, например, вот это полезно, а вот это с вашей точки зрения, ну никак оно не пригодится, например, в частном центре или наоборот пригодится. 3 года дома в семье, в школе с 1 класса. С 1 класса тоже нетипичный опыт, потому что, вы знаете, обучение начинается со 2 класса у нас обычно. Но вот давайте об этом поговорим. Вы знаете, вот само понятие раннего обучения, оно очень сильно изменилось в последнее время. Если еще лет 15 назад про раннее обучение, 2003 год, я напомню, говорили, что раннее обучение это вообще с 5 класса, и то рано. А потом начали говорить, что раннее обучение это со 2 класса, когда новые стандарты были введены, которые сейчас уже переделываются. То сейчас под ранним обучением понимают как раз обучение уже начиная с дошкольного возраста. Да, для школы раннее обучение это 1 класс, но из дошкольного возраста и подготовительные классы и так далее. Вот посмотрите, сколько у нас участников, которые говорят, есть студии раннего развития, есть частные сады, а есть коллеги, которые работают по серии книг Радислава Петровича Миллера «12 шагов к английскому языку», тоже очень приятно. У нас завтра, кстати, будет вебинар Алены Евгеньевны проводить, насколько я помню, запланирован как раз про обучение дошкольников, про разные подходы и прочее. А мы сегодня будем смотреть на примерах системы Тинки-Линки. И есть разные варианты организации. Есть родители,
которые, и вот действительно, с какого возраста? Я очень согласен с тем, как пишет Анна, заложить крепкий фундамент, возможно, в возрасте 3-6 лет. Я очень рад, что вы пишете 3-6 лет по одной простой причине. Дело в том, что все зависит от того, какой мы формат работы выбираем. Есть один вариант организации, когда мы пытаемся создать двуязычную среду дома. Есть замечательные совершенно родители, например, в Фейсбуке есть великолепный клуб родительский, где как раз и говорят про ранимучение. Если кому-то нужно, я потом готов на форуме на englishteachers.ru ссылку дать. Там собираются родители, которые пытаются создать двуязычную среду дома. То есть они с первых месяцев жизни говорят со своим ребенком на английском, вплоть до того, например, что одна мама всегда говорит по-английски, а папа, например, говорит по-русски. И вот этот эксперимент, который ставит на своих детях, позволяет, и очень интересно последить, почитать о том, как это происходит, фактически выращивать билингвов. Там есть свои сложности, есть свои особенности, но один из вариантов организации вот такой. Конечно, он нам далеко не всем доступен, поэтому есть занятия в детском саду, но здесь, вы сами понимаете, здесь на какие-то часы в течение недели ребенок занимается английским. Это другой способ организации, и мы как раз сегодня поговорим, как можно для разных этих способов вот эту систему Тинки-Линки применить. А вот Светлана Викторовна пишет, с 5 лет в детском саду. И есть еще уроки или внеурочная деятельность в начальной школе. Но возникает все-таки вопрос, самый главный, чему и как вообще обучать, какие приемы использовать и что должно содержанием обучения стать. А давайте мы, прежде чем говорить о том, чему обучать, посмотрим, на что мы можем опираться. Я на следующих 3 слайдах, мы очень быстро их посмотрим. Если кому-то нужна будет презентация, я ее выложу для скачивания на сайте englishteachers.ru сегодня вечером, поэтому вы все сможете скачать. Я просто некоторые моменты хотел освежить в памяти. Давайте посмотрим на некоторые возрастные особенности детей. Например, что они умеют делать и что психологи и специалисты по развитию ребенка считают, ребенок должен уметь делать. Например, в 2 года ребенок рисует, да, но как? Пока только горизонтальные и вертикальные линии. И рисует овал. Пробует пока лепить, но еще получается не очень. То есть, если в 3 года ребенок уже и колбаску скатать может, и шарик, и из них, например, там змейку делать, составлять, например, из игрушек паровозик, из фигурок, но пока без трубы, а к 4 годам уже и труба появляется, то есть разная степень детализации, то в 2 года пока такого еще нет, только пробует лепить. Но зато с точки зрения языка ребенок задает первые вопросы уже. Это еще не почемучка. Вот 3 года, это уже возраст почемучек, там бесконечный почему. Тут пока первые вопросы. Ребенок копирует взрослый, иногда это очень забавно выглядит, но тем не менее. В плане личной гигиены уже моет руки и лицо, учится. Но пока еще, например, самостоятельно купаться, конечно, ребенок не сможет без присмотра родителей, без помощи. Да и как он руки моет? Пока под водой, а вот каждый пальчик отдельно, как надо, как говорят гигиенисты, пока еще только учится. Называет, показывает, сколько лет, но 2 тут несложно. Различает 4-8 цветов. Вот здесь у каждого ребенка по-разному в этом возрасте. Но различает, это значит, что ему показывают, говорят, какой цвет, покажи синий, он показывает. Сопоставляет одинаковые цвета фигуры, группирует. Вот посмотрите, Елена Александровна рассказывает, сын в 2 года и 3 месяца уже пишет все буквы, русский, английский, а в 2-8 начал читать как на русском, на английском. Великолепно, здорово, как... Елена Александровна, а если можно, напишите, пожалуйста, как вы его обучали, как вы с ним занимались, пока я остальное рассказываю. Я думаю, что очень многим будет интересно посмотреть, потому что, к сожалению... Есть родители, которые говорят, ой, вот зачем ребенка учить, а он ничему не научится и прочее. Но посмотрите, как интересно, возвращаясь к тому, что на слайде у нас. Ребенок учится уже анализировать, то есть он группирует одинаковые цвета. Он фигуры все, например, квадрата сюда, все треугольники сюда разделяет, выбирает требуемый цвет фигуру, различает уже свойства предметов, легкий, тяжелый, горячий, холодный. Он уже понимает прекрасно, чем отличается. А ребенок уже даже на 10 карточках может назвать и показать предметы, это уже немало. И используют игрушки по назначению. Что такое по назначению? Это значит, что не тянет в рот, а, например, игрушечный молоток, он им стучит. Если у него паровозик игрушечный, он его будет катать по столу, а не пытаться, например, из него пирамидку построить. И выполняет последовательность 3-4 действий. Когда простые команды вы даете, инструкции, ребенок их в состоянии выполнить. Затем дальше, я уже дальше коротко, в 3 года, посмотрите, уже рисует, причем он из круга, например, рисует предметы, может яблоко нарисовать из круга палочкой линии, учится закрашивать, чтобы попасть в контуры, у кого-то раньше, у кого-то чуть позже, уже из пластилина лепит, но он уже может простейшие фигуры делать, составляет аппликации уже из геометрических фигур, то есть может, например, из квадратика, треугольника и прочего составить такие вещи. Уже поет, уже танцует, уже стихи рассказывает. И самое главное, у ребенка в 3 года уже активно очень работает фантазия. То есть он не просто предметное мышление у него, уже мышление образное появляется. Вернее, наглядно-действенное. Он уже в отрыве от предмета может представить и фантазировать,
знакомиться уже легко, завязывает разговор и так далее. В 4 года образное мышление, память развивается очень активно, начальное знакомство с некоторыми буквами происходит. Ну, видите, вот, например, коллеги рассказывают, как интересно дети читают. И посмотрите, вот то, что Екатерина Игнатова пишет, очень интересно. Я стал заниматься с 5-леткой, и к 7 годам он читал текст 6 класса. Это какой-то гениальный мальчик. Вы знаете, я думаю, здесь не только в мальчике дело, здесь еще работа преподавателя. А потом, помните, Выгодского, есть зона актуального развития, то, что ребенок может делать сам уже. Вот мы сейчас то, что видим на экране, это возрастная особенность, это то, что ребенок уже умеет делать. А есть зона ближайшего развития, то, что он может сделать с вашей помощью, и вот в этой зоне обучение происходит. И вы как раз ему и помогаете это обучение осуществлять, вы ему показываете, вот он на родном языке умеет это делать, а давай теперь на английском с тобой будем делать. И посмотрите, Анна рассказывает, я преподаватель начальных классов первого образования и перенесла систему освоения родного языка, чтение письмо, в систему освоения иностранного. Замечательно. Стан Юрин пишет, я читала с 3 лет, мама писала большие сначала буквы, потом слоги. Рассказывает, результат был не сразу, пока, видимо, переварится информация. Это тоже нормально, есть молчаливый период вообще, и вот этот the silent period, это нормальная тоже вещь совершенно. Я про себя, насколько я знаю, я в 3,5 года уже читал простые книжки, как мне рассказывали родители. Родителей сейчас, к сожалению, нету, но только старший брат подтверждает. И в 5 лет уже, посмотрите, ребенок уже на родном языке и времена года знает, и части тела, и цифры, и умеет выделять лишний предмет находить, и сортировать объекты. То есть посмотрите, сколько он умеет. Картинки запоминает не просто, что там изображено, а последовательность, где расположено и прочее. И вот теперь то, о чем вы, коллеги, и говорили. Какие принципы раннего обучения английскому языку? Опираемся на уже имеющиеся знания. То есть учимся выражать знания, которые есть, но по-английски. Например, ты знаешь цвета по-русски, давай научимся их по-английски называть. Ты знаешь животных по-русски, как они называются, давай с тобой по-английски попробуем их назвать. Развиваем формирующиеся умения. И почему я так тщательно рассказывал про то, что, например, умеет ребенок в 2 года рисовать, а что он в 3 года умеет? Потому что нельзя пытаться здесь опередить слишком сильно. Не научится ребенок, наоборот, только хуже можно сделать. Мне рассказывали истории, родители рассказывали, родители, которые сами преподаватели. Слишком сложные вещи давали, у ребенка возникало отторжение. Вплоть до того, что он просто в упор не хотел ни английским заниматься, ни слова по-английски слышать. Поэтому здесь нельзя слишком сильно спешить. Все должно очень четко идти вровень с теми умениями, которые просто вот, с особенностями развития языка, как вы, коллеги, и писали. Естественно, мы знакомим с иноязычной культурой детей. Но не просто знакомим, мы не говорим, что вот там есть Санта-Клаус, а мы сравниваем с родным. Ты знаешь про Деда Мороза, а знаешь, кто в Англии подарки приносит? То есть так, как ребенку понятно. Помните, мы говорили, сначала было наглядное мышление, и только потом в 4 года начинает образное мышление формироваться. Поэтому, не показав картинку, в 3 года бесполезно рассказывать образные вещи. Обучающие игры. Причем игры есть ролевые и есть игры режиссерские. Я расскажу, чем они отличаются. Ролевые, ну, я думаю, что по названию понятно. Ролевые игры, когда ребенку говорят, давай играть, например, называют профессию. Давай делать вот так. Я помню забавную историю в интернете. Одна женщина рассказывала. Она говорит, когда была маленькой девочкой, у меня отец очень уставал, когда с работы приходил. И он все выходные старался отдыхать. А я к нему приставал, давай играть. И он, говорит, придумал игру. Говорит, давай будем играть в мавзолей. Я буду Лениным, а ты часовым. Твоя задача стоять на часах, ничего не говорить и не двигаться. А я, говорит, буду лежать и изображать Ленина. Вот это вот ролевая игра. То есть отец просто придумал хороший способ, как можно поспать так, чтобы ребенок тихо стоял, выполняя свою задачу. То есть ролевые игры. Это в маму играем, учимся готовить еду, учимся совершать покупки в магазине. Это все ролевые. Есть игры режиссерские. Когда ребенок сам задает роли, например, он может с игрушками играть, он придумывает, эта игрушка вот тем у меня будет, эта игрушка вот тем. Или когда несколько детей, один из них берет на себя роль режиссера и говорит, ты делай вот это, ты делай вот то. Это не командный, это тоже отработка социальных умений. И есть игры в мобильном приложении. Ну и, конечно, новые технологии помогают приучать детей к самостоятельным занятиям. И вот посмотрите, какие моменты. То, что Анна пишет. Я, коллеги, буду комментировать, потому что это действительно самая ценная вещь. Это опыт преподавателей. Плоха та теория, которая опытом не подтверждается. Грош ей цена в этой ситуации. И приятно то, что вы говорите то же самое, в общем-то, и из вашего опыта. Никогда не проводила занятия специально, учитывая настроение. Все в процессе игровых технологий. Конечно, ведущая деятельность игровая. Потом, более того, ну сколько может маленький ребенок сосредотачиваться в 2-3 года? 5-7 минут. 6 лет, ну, 10-12 минут, все, на этом занятие заканчивается. А вот если это игра,
И в процессе игры надо говорить по-английски, надо еще делать. Совсем другое отношение будет, правда? Елена Александровна пишет. Самое главное хвалить, подбадривать, но ни разу не говорила, пойдем заниматься. Да, положу книгу на стол, возьмет, позовет, мы занимаемся. Нет, значит, выходной. Тоже очень разумный подход. Светлана Викторовна, делаем зарядку на английском. Тоже здорово. И причем, что здесь интересно, ребенок не просто слова запоминает и команды, а он еще их сопровождает моторной памятью. Мышечная память очень помогает. Итак, вот эти принципы, о которых мы говорили, они как раз лежат в основе комплекса по английскому языку Тинки-Линки. Но это комплекс развивающий, я сейчас расскажу почему. И вот его как раз можно и использовать, и как основу для развития обучения дошкольников. А можно в начальной школе в дополнение к любому учебнику английского языка. Конечно, уровни разные, и то, что для дошкольника займет, например, там месяц работы, для младшей школы это будет неделя, может быть. Поэтому вот об этом поговорим. Посмотрите, здорово, как был трехлетний ученик, любящий музыку, пели все подряд. Да, любое предложение можно попробовать спеть. И если ребенок аудиал, и он хорошо запоминает на слух, то вообще ничего лучшего здесь и не нужно. А что из себя представляет этот комплекс? Это целая система. В ней есть книги, 15 книг, я про них сейчас коротко расскажу. Есть мобильные приложения. И посмотрите, как интересно получается. В книгах есть картинки, чтобы мы знакомились с новыми словами, простые тексты. Помните то, о чем мы говорим, когда у ребенка в раннем возрасте пока еще наглядное мышление, он без картинки, пока ему еще трудно представить до 4 лет какие-то вещи. Там есть простые тексты, которые сначала мы ребенку читаем, либо в аудиоприложении можно включить, послушать. А потом уже в книгах для более старшего возраста ребенок читать уже сам, потихонечку учится. Там есть пальчиковые прописи, когда мы пальчиком вводим. Помните, трудность одна из у детей какая? Когда он еще учится в контуры попадать. Вот для этого пальчиковые прописи нужны. Это развитие мелкой моторики, но на таком уровне. Потому что только в 4 года ребенок уже правильно ручку и карандаш учится держать. А до этого ему пока еще это трудновато. Там есть раскраски, причем и раскраски тоже так нарисованы по сложности, чтобы ребенку было не очень трудно, и в то же время это было достаточно, как говорят англичане, challenging. И есть другие задания для развития моторики, творческих способностей. Мы посмотрим про них. А в приложениях есть картинки, но они анимированные, и они озвучены. То есть они оживают, можно послушать, можно с ними поиграть. Есть игры интерактивные для отработки слов, для развития памяти, анимации и внимания. Мы сейчас посмотрим про это. Там есть траектория развития ребенка, тоже на это посмотрим. И, соответственно, раздел для родителей, где всегда можно посмотреть, что ребенок уже умеет, какие слова он уже знает, а что он еще не знает. Чья озвучка в Тинки-Линки? Есть ли глоссарий? В книгах для старшего возраста глоссарий есть. Озвучку вы послушаете сами и скажете, нравится вам или не нравится. Так что про это поговорим. В серии Тинки-Линки 15 книг. Вот они сейчас перед вами на экране. Посмотрите, пожалуйста. Мы с вами посмотрим на страницы некоторых книг, но с точки зрения, как организовать занятия. Эти книги уже на этой неделе придут из типографии, поэтому можно будет с ними уже начинать работать, если они вас заинтересуют. Давайте теперь посмотрим. Всего 15 тем, как мы говорили, в мобильном приложении 250 слов, в книгах больше, конечно же. Есть аудиозаписи к книгам, и приложение позволяет контролировать. Сейчас перед вами на экране это очень мелко, последовательность рекомендованная изучение тем Тинки-Линки. Но вот на том слайде книги в том порядке расположены. Давайте мы более подробно посмотрим, и вы скажете, примерно исходя из вашего опыта, из ваших детей, на какой возраст подойдут вот такие вещи. Посмотрите, книга Colors и тема, соответственно, цвета. Как называются цвета на английском языке и то, что раскрашено такими цветами. То есть там натюрморт, например, камень черный, небо синее, трава зеленая, солнце оранжевое, вот такие вещи. Примерно, вот Анна пишет 3 года. У кого какие еще представления? От 3 лет, да. 2,5-3 года. Почему 2,5? Есть дети, которые, видите, у нас есть, которые чуть-чуть из опыта, может кто-то пораньше делать. В 4-5 можно и раньше. Почему уже можно в 2,5? А в мозгу уже языковой центр закончил в целом формирование, и он хорошо язык воспринимает. Если посмотреть, например, как увеличивается словарный запас ребенка, то до 2 лет словарный запас медленно нарастает, примерно там 300-400 слов, а потом резкий скачок за год до 1500 буквально набирается. То есть в 3 раза больше, чем было. Это вот как раз промежуток между 2 и 3 годами. То есть мозг начинает работать гораздо активнее. Приложение What the Birds Say. Название птиц, ну там очень просто. Там по принципу, например, this is a pigeon, it says coo. И все, простые вещи, картинка, 2 предложения и ничего больше.
What do animals say? По тому же принципу this is a cow, it says moo, например. Затем глагол I can. Вот тут посложнее немножечко, но все равно где-то 3-4 года примерно. Может быть, с 2,5 тут от ребенка зависит. Здесь другой сюжет. Здесь есть лебедь и мальчик, который с ним дружит. И мальчик, например, рассказывает. This is my friend, swan. The swan can fly. I cannot fly. Потом следующий разворот, он про себя рассказывает. I can run. The swan cannot run. То есть у нас здесь получается, кроме того, что мы название глаголов, вернее, глагола запоминаем, у нас есть еще утвердительное и отрицательное предложение с глаголом can. И мальчик в конце спрашивает, can you run, can you fly? Так что можно поотвечать на эти вопросы и показать, как ты умеешь бегать, а если бы ты летал бы, как ты летал бы, то есть подвигаться, вот вам крупная моторика, не мелкая кисть, а крупная всем телом. Тема игрушки. Точно так же, название игрушки на английском языке, там простой сюжет, мальчик ищет свою любимую игрушку, футбольный мяч. А ему все время не то попадается, то ему поезд попадается. И он смотрит, и он ищет. Он говорит, where is my ball? Is this my ball? No, it is a train. It is not my ball. И так пока не нашел. Заодно можно ребенку сказать, видишь, как важно все на свои места класть. И простая вещь, времена года. То есть вот здесь как раз примерно 3-4 года, то, что вы видите, как вы и написали. Давайте посмотрим на книги постарше. Чуть-чуть. Не просто, например, название фруктов. А там простые рифмовки, мы сейчас это увидим. И это фрукт, это волшебный оркестр. Они собираются на репетицию, каждый берет свой инструмент, и мы узнаем, кто на чем играет. И там все утвердительные предложения опять в Present Simple. Книга Vegetable Toys. Не просто название овощей мы запоминаем, но мы смотрим, какие поделки из них можно сделать. Это абсолютно реальные вещи. Следующая книжка, тема формы, а книга называется Little Fox and His Magic Box. Там мы узнаем про лисенка, который собирается на пикник с друзьями. И вот он для пикника разные вещи собирает, и мы как раз и думаем, а надо это на пикник брать или не надо? А что лучше взять? У него есть волшебная коробка, в которой можно положить все, что угодно, но для каждого предмета своя форма. И если, например, сэндвич треугольный, то только в треугольное отверстие можно положить. Вот как ребенок пирамидку составляет в 2-3 года, вот точно так же мы с этим работаем. Затем у нас есть книга Let's Count, учимся считать, но не просто считаем, а считаем на примерах фруктов и овощей, и мы узнаем, какой они формы еще, кроме этого, какого цвета. То есть мы повторяем вот эти вот вещи, то, что мы узнали чуть пораньше. То есть видите, здесь с каждой темой следующей идет повторение предыдущих каких-то вопросов. И в плане грамматики, то есть ребенок естественным путем это запоминает, и это все идет в том же направлении, работает развитие ребенка. Следующая книжка «Face and Body». Мы не просто узнаем, как части лица и тела по-английски называются у человека, но у животных-то они по-другому называются. Мы учимся еще команды давать. Когда мы животным, например, мы играем, тут у нас режиссерская игра, вы пример увидите, когда дети своим игрушкам говорят, например, «умойся», «вымой глаза», «вымой ушки» и прочее, «вымой лапки». И простые команды и просьбы в Present Simple мы узнаем. И в завершение, а вот это вот какой возраст, коллеги, как вы считаете? Алфавит, буквы английского алфавита, слова на каждую букву и рифмовки на все буквы. Затем тема «дом и комнаты», здесь уже название частей дома. Да, вот Елена пишет 7, Анна пишет 6. Я бы тоже сказал бы, коллеги, что это ближе к 6 годам. Может быть, чуть-чуть до 6 лет, может быть, ближе к 7, но уже здесь непросто, потому что алфавит, например, если у нас у коллег есть дети, которые пишут, но это уникальные дети, это уникальные родители, замечательно. Все-таки дети постарше обычно начинают на иностранном языке писать, правда же? Итак, дом и комнаты, правила дорожного поведения, не такие правила, что вот там... Знак такой-то означает вот это, а просто безопасного поведения, как мы детям учимся. Держись за руку, не перебегай дорогу, не играй около дороги на тротуаре и прочее. И самая последняя книга в этой серии, завершающая, в городе, там прямо целые рассказы. Вот давайте мы на эти вещи посмотрим. Посмотрите, Мария Кудрина пишет, занимаюсь сыном с рождения, вернее не занимаюсь, а просто разговариваю, играю. Впитывают малыши как губки. Верно. Будут ли еще книги? Коллеги, я думаю, что книги еще будут постепенно, но давайте сначала вот на эти вещи посмотрим. Вот мальчик пришел в школу, который в 4 года писал и читал очень хорошо. Да, действительно, все зависит от того, как с ребенком заниматься. Конечно, и личные особенности играют роль. Есть дети медленно обучаемые, к сожалению, которые и в 3-м классе будут с трудом осваивать. И вот здесь задача, эти книги как раз и помогают решить ту проблему. Если ребенку трудно, есть чем помочь. Книги с приложением. Давайте мы посмотрим на структуру занятия. Вот тема в 2-3 года, как вы говорили, животное. Здесь очень простенько. Посмотрите. Например, мы учимся, как называются животные. Смотрим на картинку, книжки большие, цветные. Мы говорим,
Это кто у нас? И коллеги, мы можем либо целиком по-английски говорить, как вы предпочитаете, мы можем использовать русский язык. Здесь уже все зависит от того, как вы работаете. Если вы создаете билингвальную среду языковую, конечно, здесь на английском языке полностью. Хотя, может быть, на первых порах и придется детям объяснить, например, что по-русски свинка называется вот так, а по-английски называется pig. И мы говорим, посмотри, this is a pig, it says oink oink. Потом мы показываем животных, мы говорим, называем pig, а ребенок пальчиком показывает на картинку. Проверяем, понял или не понял. Затем, посмотрите, у нас пальчиковая пропись, когда ребенок пальчиками подвигал, он запоминает, как это слово пишется, но он пока еще не учит эти буквы, он пока даже не карандашом, а пальцем. А затем у нас есть картинка, ребенок ее раскрасил, назвали еще раз свинку, узнали, как она по-английски говорит. Коллеги, а вот скажите, пожалуйста, что еще можно сделать с этим разворотом? Может ли, например, ребенок поизображать разных животных и поговорить, как он по-английски говорит? Да, эмоциями, мимикой, жестами, конечно, языки лучше. Можно цвет спросить, можно угадать правильно. Вот та игра в пантомимы. Вы, например, изображаете животное, говорите «ну» и просим назвать, кто это, правда? Сказать, где живет, если ребенок может уже это по-английски говорить. То есть, посмотрите, есть некая программа минимум сделать то, что у нас в книге. А посмотрите, сколько можно к этому наращивать. То есть, можно превращать это, брать как основу и превращать в задание, но не только в задание, в занятие, но еще и в игру. Но к этому есть еще вот какой момент в этом занятии, в книгах. Посмотрите, есть вот такой разворот. Мы учимся читать, но пока только целым словом. То есть мы запоминаем, как слово выглядит, и пытаемся его сопоставить с картинкой. Составь слово из кубиков. Замечательная тоже идея. То есть посмотрите, сколько полезных приемов. Но после того, как мы позанимались, например, с книжкой, все равно, ну сколько времени уйдет? То, как мы говорили, в 2-3 года это 5-7 минут. Потом мы все равно уходим от этого, правда? А можно путаницу сочинить, а если можно, приведите пример какой-нибудь путаницы, потому что очень интересно посмотреть на это будет. А пока мы с вами говорим об этом, давайте я покажу, как слова мы можем показывать в мобильном приложении. Перед вами сейчас на экране появится видео. Не пугайтесь, если экран станет темный. Pumpkin. Коллеги, появилось видео перед вами? Появилось. Просто у каждого интернет с разной скоростью, я поэтому на несколько секунд даю возможность подгрузиться. Это видео из книги Vegetable Toys. То есть смысл вот в чем. Мы с книжкой поработали, и мы включаем мобильное приложение. Мы сейчас посмотрим, как Vegetable Toys выглядит. А, вот путаница. Donkey says mumu. А знаете, еще может какая быть игра, кроме путаницы, когда дамы изображаем? Есть такой прием, который называется Clever Parrots. Вы, например, ребенку говорите что-то по-английски, а его задача повторить только в том случае, если вы сказали правильно. А если вы сказали неправильно, то ребенок не повторяет. То есть, например, если вы говорите «Donkey says mu-mu», ребенок молчит, он знает, что не donkey так говорит, правда, а что cow. Если вы сказали «Cow says mu-mu», тогда ребенок повторяет и, например, изображает животное вот это вот. Так что вот так работает. Да, похоже на игру «Simon says». Конечно же, принцип тот же самый. Вот посмотрите, у нас книга Vegetable Toys. Мы узнали о том, какие игрушки можно сделать из овощей. Например, мы узнали, что можно делать из тыквы. И посмотрите. Pumpkin. It's made out of a pumpkin. Corn. It's made out of corn. Onion. It's made out of an onion. Коллеги, а звук слышите? Beetroot. It's made out of a beetroot. Lettuce. It's made out of lettuce. Только меня слышно, а то, что приложение говорит, не слышно было, да? Вот кто-то пишет, вас слышно. Приложение слышно, хорошо. Вот у кого-то получилось, что не слышно было. Я могу попробовать включить динамики через микрофон, но боюсь, что звук будет фонить. То есть, коллеги, о чем идет речь? Вот мы узнали, что можно сделать из одного фрукта или овоща. Pepper.
Мы узнали, что можно сделать из одного, нажали, услышали, как это называется по-английски, из чего это сделано. Я поставлю на паузу. А потом ребенок может сам дальше листать и узнавать, что из других сделано овощей, что может быть. И продолжает играть таким образом. То есть у нас дополняется, но это была только презентация лексики. Только презентация лексики. У меня, кстати, вопрос один пришел через вкладку «Вопросы». Приложение бесплатное, как найти в интернете. Я сейчас дам все ссылки. Есть бесплатная версия и есть платная версия. Я все про это расскажу, чем отличается, но мы с вами еще и про книги говорим. Вот, я как раз ответил. То есть, вот такие моменты. Давайте посмотрим, как вы считаете, коллеги, достаточно ли уровень сложности того, что я вам показал в книге, для возраста примерно 3 года? То есть вот мы знакомимся с тем, как называется животное, мы буквально две фразы, но играем с этим как раз. Да, вполне достаточно. Более сложной и не надо. Этого хватит нам, чтобы с ребенком поиграть, но у нас есть возможность. Книги уже на этой неделе появятся. Вы сейчас видите страницы. И книги будут стоить, по-моему, там цена стоит что-то то ли 81, то ли 85 рублей. Книжки не очень большие по количеству страниц, там 24-36 страниц, зависит от того, какие посложнее. Но это все-таки не сотни рублей, это до 100 рублей. Но, как мы говорили, они работают хорошо с приложением. Давайте посмотрим, дети стали постарше. Вот мы учимся умываться. Но мы не просто умываться, а посмотрите, сначала идет сюжет. И вот здесь как раз та самая режиссерская игра, как мы с вами говорили. Мама утром привела дочку и сына в ванную комнату, и она их просит, please, wash yourselves. Дети собрали свои игрушки и начинают игрушкам командовать. Они же любят копировать. Родители говорят, please wash yourselves. А потом пойдут дальше команды. У нас есть здесь пальчик и прописи, но здесь действительно можно играть с игрушками. И, кстати, во многих книгах есть еще и карточки с картинками. То есть не только с игрушками играть, но и карточки можно вырезать, играть с ними и называть, и прятать, и просить принести, и выбрать новые, и переворачивать ролевые игры, прошу прощения, игры на память и прочее. И посмотрите, например, девочка взяла медвежонка, и она ему говорит, «Teddy bear, wash your eyes, please». А мальчик взял кошку и говорит, «Cat, wash your nose, please». А у нас жесты, помните, и медвежонок, вот можно изобразить, как медведь себя ведет. Почему именно глаза, например, не кошки? Потому что кошка мордочку моет лапкой. И то есть это все опирается на реальные привычки животных. А медведь как раз может вот так вот потереть. То есть здесь есть чем поиграть, подвигаться и прочее. И с игрушками, и поизображать, и попросить своим игрушкам команды давать. И посмотрите, и в конце у нас этой книжки вот такая вот страничка, когда мы пытаемся соотнести название, если ребенок еще не читает слова, ничего страшного, мы их прочитаем, просим ребенка показать. Если он уже может сравнить, например, открыл страницу, видит, как эта картинка, слово выглядит, написанное над картинкой, и потом он его здесь ищет, то есть целым словом пытается его познать, с этим тоже можно поработать. Но посмотрите, у нас здесь есть и tail, у нас есть feet и прочие вещи. Давайте я вам покажу из мобильного приложения, прямо вот из этого, как это работает. Кроме того, что у нас есть презентация словарного запаса, вот точно так же, как мы видели с овощами, у нас есть вот такая вот игра в этой теме, когда дети фактически создают по команде. Сейчас у вас появится изображение. Коллеги, появилась картинка? Итак, давайте посмотрим, что здесь происходит. Вот кроме вот этой презентации, когда мы видим картинку, у нас ребенок на картинке оживает, сам показывает, и мы слышим, например, он говорит nose, показывает на нос, ears, показывает на уши. Когда говорится, например, tail, там появляется хвост, и из-за ребенка выпрыгивает, например, тигренок с хвостом. То есть здесь очень забавно. Ребенок знает, и где хвост находится, и в то время, что это не у человека. Но кроме этого, есть вот такая игра-конструктор. Я и другие игры покажу, которые в этом приложении есть. То есть, что здесь происходит? Сначала ребенку показывают, он может выбрать игрушку. Eyes. И затем он слышит. Ему говорят, например, звучит слово eyes, он выбирает то, что head названо, подтаскивает куда надо и становится на место. Body. Legs. Tail. И картинка ожила, как только создал.
И затем он может выбирать из других. Снова. То есть с этим можно играть, играть и играть. И постепенно ребенок из-за того, что животные разные, а части тела одни и те же повторяются, он вот с помощью этой игры он будет продолжать. Если с книжкой он с вами позанимался минут 7, и потом ему уже хочется на что-то переключиться, то с приложением можно играть дальше снова, снова и снова, и детям это, как правило, не надоедает. Пойдемте дальше. Это действительно простая вещь, но она интересная. Как мы говорили про игрушки из овощей, есть вот такая книга Vegetable Toys. Помните, в этом возрасте, мы уже говорили, возрастная особенность, у детей начинает работать фантазия. У них пока еще мышление наглядное, мы все еще говорим где-то 3-4 года, но уже начинают придумывать, уже творчество и в словах, и истории какие-то придумывать. Ребенок не обманывает, он фантазирует, это разные вещи. И вот здесь у нас в книжке сюжет уже. Если книжки для детей помладше, там буквально пару предложений, мы в основном слова новые запоминаем и учимся изображать вот этих животных и прочее, и птичек, то здесь у нас, посмотрите, другая картинка. Да, это действительно реальные вещи. Мы когда эту книгу, дизайнеры над ней работали, то брали именно то, что вот food coloring, то, что реально используется как украшение для стола. И посмотрите, у нас здесь история. Mother hare has her birthday today. Her 12 children make a surprise for her. They make a hippo out of a potato. То есть мы смотрим на слово potato, видим, как из него сделать бегемота с помощью простых вещей. И вот у нас вот такой бегемотик получается. У него глаза из перца, ножки ему делают. Но здесь, конечно, детям надо помогать, мы же не можем им нож в руки дать. Мы еще раз сверху, как всегда, называем овощи, показываем пальчиком, что это такое, учимся прописывать potato, но внизу рисунок, посмотрите, нам надо обвести кружочком то, что сделано из картошки. И вот тут ребенок как раз и понимает, что чипсы делаются из картошки, пюре делается из картошки, а вот, например, попкорн делается совсем не из картошки. То есть мы здесь проверяем знания ребенка или помогаем ему формировать знания об окружающем мире. А вот еще один пример того, что можно делать из овощей. Например, из огурца, оказывается, можно сделать машинку. Вот таким вот образом, посмотрите. И мы здесь не только называем огурец, а называем машинку. У нас же тема игрушки еще есть, она чуть пораньше у нас была. Но посмотрите, мы говорим и про формы, да, и межпредметные связи, и развитие моторики. Мы говорим, the cucumber is green and long. This little hare makes a racing car. It looks great. То есть вот такие вещи. Можно, конечно, попридумывать, как еще можно что-то добавить к этой игрушке, к этой машинке. Но посмотрите, вот у нас в конце, когда маму поздравляют с днем рождения, и посмотрите, чего мы уже успели сделать. This little hare, the little hares give mother hare vegetable toys and wish her a happy birthday. Mother hare likes their surprise very much. Посмотрите, сколько игрушек мы сделали. Даже просто открыть этот разворот, это большого формата книжка, и поназывать, что здесь изображено, например, петух, свинка, да, мышка, кошка, лисичка у нас есть, а потом назвать овощи, из которых они сделаны, уже хорошее повторение. Божья коровка у нас есть. То есть вот у нас сколько слов вот этих вот вещей сделано. И это все можно сделать реально и довольно просто. Самое трудное здесь, наверное, это взять вот тыкву и попробовать из нее сову сделать. Без родителей здесь никак не справиться. У нас даже из салатного листа лодочка есть с наполнителем. И, коллеги, на самом деле это то, что можно сделать еще и на стол поставить. Реально. И с ребенком, как сувенир. И можно самим сделать в качестве украшения. Родители часто ломают голову, как детей еще развлечь, чтобы они что-то съели. Вот тут тот случай, когда мы не будем говорить «не играй с едой», а наоборот говорим «посмотри, как здорово можно поиграть». Как мы уже говорили, дети в 3-4 года активно учат стихи. И вот мы не просто запоминаем название фруктов, а посмотрите, что у нас есть. У нас есть простые стихи, помните, у нас собирается на репетицию оркестр волшебный, fruit band, сделанный из фруктов. И мы говорим, the lemon is yellow, it plays the cello. То есть очень простые рифмовки двухстрочные, которые ребенок запоминает без особых усилий. The pear is green, it plays the violin. Но посмотрите, у нас здесь задания, опять же, уже есть творческие задания, например, надо раскрасить лимоны. Потом у нас следующее задание, это задание на сортировку, и по цвету, и по типу, что это здесь такое, когда дети запоминают, какие фрукты, какие овощи, чем они отличаются и все прочее. Здесь мы учимся читать целым словом, точно так же продолжаем, но уже на более высоком уровне. Посмотрите, мы соотносим слово с его силуэтом.
То есть мы от образа слова всего мы начинаем переходить к анализу букв. Это еще не изучение алфавита. Но все равно ребенок уже не просто как картинку запоминает, но он уже может показать, соотнести вот какие буквы, вот как узнать это все слово. То есть он потихонечку учится и читать. Дальше. Дети подросли. Вот здесь уже, как вы говорили сами, это уже 6-7 лет. Например, be safe on the road. И мы здесь уже довольно сложные абстрактные понятия детям даем. Не все можно на картинках изобразить. Например, мы объясняем ребенку. Cross the road at the pedestrian crossing. Вот Анна пишет, можно было сделать цельную тень. Можно, но здесь у нас, видите, одна из задач, мы потихонечку подводим детей к той мысли, что буквы-то у нас отдельные, и мы их потихонечку очень скоро в книге The ABC будем отдельно изучать. Поэтому тень может быть цельной, это очень хорошо работает. Но здесь чуть-чуть посложнее для ребенка. И посмотрите, здесь все в игровой форме. Как пешеходный переход называется? Зеброй. А почему зебра? Потому что он по цвету похож, но видите, здесь зебра помогает обезьянке перейти через дорогу, она свой шарфик расстелила, и все машины остановились. Но мы видим на картинках, что такое road, что такое pedestrian crossing и кто такой pedestrian. А в мобильном приложении мы увидим, как пешеходы двигаются, и мы видим, что они ходят только по тротуару, и у нас все слова оживают на картинке, и все это работает и таким образом. Кстати, я забыл сказать, мы, естественно, учим детей и на слух узнавать слова. Вот такой пример игры в мобильном приложении. Посмотрите, пожалуйста, сейчас перед вами появится видео. Напишите, когда оно появится. Появилось. Давайте посмотрим. W. Это уже из приложения «Алфавит». Мы слышим название буквы. Q. Мы на нее нажимаем. G. Если мы нажмем неправильно, то эту букву нам P. еще раз покажут и назовут. Вот посмотрите. A. P. И так не только с алфавитом происходит, но точно так же происходит со всеми остальными картинками и словами, которые мы с вами видели на экране, которые есть в мобильном приложении. Это именно таким путем и работает. То есть, если родитель может устать, хотя, конечно, родители и учителя обычно неутомимые люди, но тем не менее, мы все люди, все можем устать. И вот если мы можем устать, то приложение здесь не устанет, и ребенок будет повторять и слова и pedestrian, и crossing, и road. И вот такие довольно сложные вещи, и он их будет слышать. И, например, когда слова посложнее понятия идут, например, always hold hands with the parents when you cross the road, то мы видим, что такое hold hands на рисунке изображено. Нам не обязательно это переводить на русский, конечно же. Мы можем показать, мы можем увидеть на картинке. Мы можем выбрать картинку, которая правильная. Видите, вопросительный знак, бегемотик задумался, как правильно переходить дорогу. И ребенок показывает, и он объясняет, почему вот так правильно. Потому что здесь держится за руки, а вот здесь за руки не держится. И вот здесь у нас зеленый сигнал светофора, а тут у нас сигнал светофора не зеленый, он красный. Поэтому переходить нельзя. У нас есть отдельная тема, там, где это делается. Давайте мы посмотрим на то, как изменились, как выросли дети, и как развиваются, формируются умения анализа. Вот у нас довольно... Тоже непростая тема, тема «Мой дом». Книга называется «Mike's Magic House». Почему он «Magic»? Потому что Майк – юный волшебник. И мы про него узнаем. This is Mike. Mike is a wizard. His father and his mother can do magic too. То есть не только он юный волшебник, но и родители у него. They all live in this house. The house has a red roof and a brown door. И у нас вот эти вот слова подписаны, мы на карточке, у нас есть карточки. У нас есть картинки, мы ее раскрашиваем в нужный цвет потом уже. The door is magic. It can say hello to guests. Today Mike can show you his house. His friend Monkey is looking from the window. Let's go and see. И вот мы в этот дом зайдем и будем смотреть, что это за комнаты. Мы будем смотреть, что происходит здесь в этом доме. Но вы спросите, а какие же здесь умения анализа? А вот у нас умения анализа. Коллеги, меня нормально слышно и видно? Не пропадает связь? Нормально, хорошо.
Посмотрите, в чем же здесь умения анализа развиваются? Казалось бы, ну просто мы описываем, что в комнате находится. На самом деле не совсем. Здесь вот так, и что в этом доме волшебного? А вот что. This is our living room, это рассказывает Майк. I like to sit on the sofa and the coffee table. We have a magic mirror here. У нас в каждой комнате есть волшебный предмет. It can show you any place you want. My friend Monkey is watching the jungle now. And what do you have in your living room? И мы все время можем спросить, а мы как можем посмотреть другие места? То есть здесь всегда каждый волшебный предмет, он выполняет функцию одного предмета, который у нас тоже в доме, скорее всего, есть. Например, в living room. На что зеркало похоже по функции волшебное? И мы у ребенка как раз спросим, а ты что смотришь, когда ты хочешь посмотреть, например, мультфильмы или то, что происходит в других странах? Или родители новости смотрят? Здесь, конечно, телевизор. То есть мы здесь постоянно сравниваем, и мы показываем детям, что на самом деле жизнь вокруг нас, она тоже наполнена волшебством. Но у нас есть вот такие вот задания на классификацию. Посмотрите, распредели предметы по комнатам. То есть когда мы изучили, что в каждой комнате находится, мы уже показываем, где что должно быть. Или, например, зачеркни и назови лишний предмет в каждом ряду. То есть вот у нас, например, pillow, plate, bed, blanket. Конечно, у нас лишний предмет здесь – тарелка. Но ребенок его зачеркивает и называет, а мы можем спросить, почему он лишний здесь? Потому что тарелки обычно не в спальне бывают, правда? А в какой комнате? Вот это все можно обсудить как раз. То есть это хороший способ повторить лексику, и в то же время это несложно, это все равно превращается в небольшое упражнение развивающее. Мы же говорили, что комплекс развивающий. И вот, наконец, мы добрались с вами до завершающей книги по теме. Это уже дети совсем постарше стали, это уже 6-7 лет, как вы и говорили. Книга называется «In the City». Здесь у нас целая история. Посмотрите, история в чем заключается. Кстати, коллеги, я забыл сказать, вы можете увеличить слайды. У вас под изображением слайда есть кнопочка «Луп с изображением плюс». Если вы на нее нажмете, у вас картинка станет крупнее. Я вам прочитаю начало этой истории. Jack is 5 years old. He lives in a townhouse with his father, his mother and his puppy Charlie. When Jack's father and mother are at work, his babysitter Emily comes and stays with him and Charlie. Today Emily is with Jack. She calls Jack to watch a cartoon on TV. То есть вот начинается история. Мы видим картинку в левом верхнем углу. Джек с Эмили сидят, смотрят мультики, а щенок Чарли спускается по лестнице. Но что щенок делает? Кстати, у нас эта книжка, она как словарь в картинках. Видите, у нас там домик, и у нас подписано, где у него porch, где у него front door, где у него stairs. И нам это нужно для того, чтобы текст понять. Посмотрите. Charlie pushes the front door open and goes out onto the porch. Charlie runs down the stairs. He is in the street. He sees a big butterfly and goes after it. He goes away from the house. И мы видим в левом нижнем углу, вот как Чарли помчался за бабочкой и убежал из дома фактически. И вот у нас картинка, домик, мы его закрашиваем, и у нас опять эти слова подписаны. И что происходит дальше? Естественно, дети пытаются найти Чарли. Они заметили, они за ним побежали. Вот, но слава богу, что Эмили, взрослая девочка, посмотрите, как они обнаружили, что Чарли нет. The cartoon is finished. Jack wants to play with Charlie. But where is Charlie? The front door is open. Jack and Emily run out. They are in the street. On the right, there is a big road. There are cars, vans and buses. They all go fast. Charlie cannot be there. On the left, there is a quiet street where Charlie likes to walk. Let's go to the left, says Emily. И мы здесь, посмотрите, мы не только узнаем, как называется улица, чем машина отличается и прочее, но мы здесь как раз смотрим вот эти вот понятия. Предлоги, наречия, место и прочее. Мы встречаемся с полицейским, или не с полицейским, а с регулировщиком движения. Jack and Emily stop at the pedestrian crossing. А мы уже проходили эту тему, помните, мы учились в книге Be Safe on the Road. Узнаем, что такое pedestrian crossing и почему дети не пошли на оживленную улицу. Не только потому, что Чарли туда не побежит, но они знают, что нельзя. Они же учились в предыдущей книге. They see a traffic officer. Do you know where my puppy is? Asks Jack. Sorry, I don't know, says the traffic officer. Look, says Emily. Jack sees Charlie far away on the other side of the road. Emily and Jack cross the road at the crossing, but Charlie goes around the corner, and they do not see him now. Let's run, says Jack. И вот они бегут. И посмотрите, вы, наверное, знаете, есть такие книги,
Find Wally серию. Слышали про такие книги? Каждый разворот – это большая картинка, там очень много деталей, персонажей и прочее, и там нужно находить, где у нас этот персонаж находится. Вот здесь тот же самый принцип. Мы ищем, где находится Чарли. На каждой картинке его где-то можно поискать. И если вы посмотрите, то он и здесь за угол убегает. Вот Вера Филимонова пишет, я их из Великобритании заказывала. Кстати, если не секрет, а сколько такого типа книги стоит для того, чтобы заказать с пересылкой? Я пытался себе какие-то книги с Амазона выписать. И вы знаете, у меня доставка вышла дороже, чем книги. Я в конце концов отказался. 7 фунтов. Вот, но здесь 80 рублей книжка получается, разница есть. Она, конечно, не такая, как Воле, но мы здесь все это разглядываем. Книга 2, доставка 5. Да, у меня тоже примерно так и получалась, та же самая картина. И посмотрите, куда у нас дети только не добегают. Но что интересно вот здесь, то есть вот они сейчас у нас попали на торговую улицу, Main Street, которая в американском городе есть. Мы поясняем, что это шопинг, говорим, какие там магазины. Но, коллеги, посмотрите, пожалуйста, на иллюстрации. Иллюстрации очень многофигурные, здесь очень много деталей. Как вы считаете, что можно, посмотрев на этот разворот, а это книга большого формата, что можно, посмотрев на этот разворот, что здесь можно с детьми поделать? Посмотрите, у нас несколько магазинов. У нас есть и toy shop, и shoe shop, у нас есть fruit stall, у нас есть clothes shop, у нас есть кафе. Магазины повторить, конечно. Present continuous, кто что делает. Потому что, видите, например, у нас есть доставщик пиццы, который на скутере едет. Он машет рукой официанту. Официант из кафе ему тоже рукой машет. А посмотрите на крышах магазины. Видите кошку и голубей? Что кошка делает? Тоже можно спросить. Наблюдает за голубями. Игра в кафе тут же можно повторить. Описать одежду. То есть мы действительно повторяем в этой книге то, что мы раньше говорили. Цвета, что можно купить. Что ты хочешь, что тебе нравится, что тебе не нравится, фрукты, которые ты любишь, фрукты, которые ты не любишь. И вот мы здесь опять, видите, Чарли где находится? Он вон там, у обувного магазина, он за угол заворачивает, бабочка все летит, а Джек и Эмили только в начале улицы, они пока еще у магазина с одеждой. Описание внешности, найти человека по описанию. То есть посмотрите, коллеги, как вы считаете, вот с таким разворотом книги, его на одно занятие хватит, или к нему можно возвращаться, возвращаться и возвращаться? Я в детстве очень любил книгу «Праздник непослушания». Может быть, вы ее знаете. Там сюжет о том, что дети начали перестали слушаться взрослых на один день в городе, и как они себя вели. И вот там богатые картинки тоже там можно было выбросить. Действительно, одного разворота хватит на то, чтобы несколько раз к нему возвращаться. И вот здесь столько разных моментов, которые дети могут посмотреть. И тут же у нас справа задание, когда мы распределяем магазины, и мы соотносим с формой. А видите, плоскостное изображение и изображение трехмерное. И это уже не для маленьких детей. Пространственное мышление тренируем. Мы соотносим, какие магазины, что в них есть и прочее. Это действительно целая серия уроков. На одном только развороте, а книжка довольно большая. А посмотрите, вот такой разворот у нас есть. В конце концов, нашли Чарли. Он в парке нашелся, я по секрету скажу. Но там дети еще по всему городу за ним прошли. Посмотрите, что у нас есть. У нас есть неправильная картинка в конце. Специально вот так. Да, посмотрите, find something red. Отличное задание. Еще можно посчитать. Вот на этой картинке, которую вы видите, кроме того, что сказать, что здесь неправильно, здесь можно, например, посчитай, сколько на картинке птиц. Посчитай, сколько на картинке животных. Правда же? Что еще может быть? Посчитай, сколько деревьев. То есть здесь можно повторять огромное просто количество всех этих вещей. Silly things. Да. Что здесь неправильно? Что можно делать? Чего не бывает? Например, должны ли быть пешеходные переходы в парке, и светофор у нас есть, и traffic warden. Видите, слона выгуливают. То есть здесь можно и животных повторить, то есть все, о чем мы говорили, и формы, и цвета, и размеры, то, что у нас раньше было, и что эти животные говорят. Здесь одна эта картинка, она уже позволяет повторить очень много моментов. И правила поведения, и прочее. И направление, куда идти. Вы знаете, для направления на самом деле есть отдельная здесь настольная игра в этой же книжке. Один большой разворот, там надо помочь Эмили и Джеку дойти до Чарли. Но дорогу можно переходить только там, где переход есть, а там схема города. И мы учимся детей ориентироваться по простым схемам. Вот на уровне Йоахея и как нам надо куда-то дойти, чтобы ребенок спланировал маршрут.
Это он уже в голове должен этот план составлять, объяснять, почему здесь можно, почему нельзя. А тут у нас светофор зеленый, а тут красный. То есть он вот такой лабиринт, но реальный совершенно. Вот, Вера Филимонова пишет: бедный мой семейный бюджет. Коллеги, 80 рублей – это все-таки посильно, я надеюсь. И вот посмотрите, есть вот такая еще настольная игра. Здесь только одна страничка, она на весь разворот. Это игра с кубиком. Кстати, знаете, как быть, если у вас нет кубика, а очень хочется поиграть? Дать вам совет. Меня научил один коллега, владелец языковой школы. Так вот, если у вас нет кубика под рукой, то вы берете самый обычный простой карандаш, граненый. На гранях пишите циферки 1, 2, 3, 4 и так далее до 6. А затем вы, там 6 граней. А затем вы просто roll the pencil, и вот какая сверху будет цифра, на столько ходов и ходить. Поэтому вы всегда можете кубик заменить. Кусочек пластилина можно, на стерке нарисовать цифры мы бросаем, тоже шикарная идея. То есть вот все, что под рукой есть, но вполне использовать. Замечательно, я про ластик эту идею возьму на вооружение, с вашего позволения. То есть посмотрите, вот у нас you are at home, you start. Мы затем кидаем кубики, и кто здесь быстрее дойдет до парка, до Чарли. И посмотрите, у нас есть вот такие вещи, например, talk to the traffic officer, miss a turn. Или, например, пешеходный переход, go two steps forward. Eat an apple, you are strong, go two steps forward. You are lost, в центр города попали, downtown, go three steps back. То есть здесь не просто игра, а это игра, которая еще разок исподволь, не акцентируя на этом большого внимания, но она объясняет детям, например, почему важно по переходу переходить. Если будешь переходить по переходу, ты быстрее доберешься до места, потому что это более безопасно. Почему яблоки полезны? Ты будешь сильным. Почему в городе надо быть осторожным в центре? Ты можешь потеряться. Вот такие вот вещи. То есть сама игра, она позволяет не только лексику повторить, но она позволяет активизировать знания о ситуациях и еще разок, без ненужной дидактики, в игровой форме научить. Вот посмотрите, Светлана Юрьевна пишет: все время был вопрос с кубиком, спасибо всем, сколько идей нашлось. Это вот тот случай, когда мы говорим: вместе мы сила. Теперь, коллеги, про приложение. Как я уже говорил, в каждой книге есть своя тема в приложении. Можно приложение использовать отдельно, пожалуйста, оно тоже работает. Просто с книгами оно работает вместе. Вот у вас, когда вы приложение установили, вот как у вас выглядит экран с темами. Они разделены на уровни. Вот точно так же, как вы сами говорили, первый уровень – это где-то в районе 3 лет детям. Темы – цвета, птицы, животные, повседневные действия, actions и toys. Следующий уровень – времена года, фрукты, овощи, формы, и учимся считать. А вот эта книга, тема, завершающая этот уровень, как раз здесь идет. Да, приложение – это поощрение, но, знаете, это не только поощрение, это еще и способ продлить занятия. Книга воспитывает интерес к чтению. А приложение – это ребенок самостоятельно, он слушает. Он видит игры. Я вам сейчас покажу, как игры выглядят, которые в приложении есть. Там есть и Memory Games, и прочие моменты. Мы сейчас посмотрим. И вот затем третий уровень, самый сложный, это Face and Body. Это алфавит начинаем учить, это дом, это безопасность на дорогах и The City. И у нас просто есть отдельная иконочка игры. Когда мы в них заходим, мы можем поиграть в игры, которые просто общеразвивающий характер. Там нет привязки к лексике к определенной. Например, шарики взлетают воздушные, вот эти вот баллонс. Надо их нажимать, чтобы они похлопали, исчезали. То есть просто развитие вот этого внимания, усидчивости, ну это чисто развлекательная вещь. Или, например, там же есть игра, которая позволяет наводить в комнате порядок. Я покажу тоже. То есть посмотрите, в мобильном приложении мы знакомимся с лексикой. Например, есть озвученные рисунки, они все анимированы, и можно сколько угодно раз повторять. Мы действительно в свое время тоже в Денди играли. Главное это дозировать. Тут абсолютное большинство игр все-таки обучающих. Есть Memory Game. Но давайте вместо того, чтобы ее показывать, давайте посмотрим, как она работает. Хорошо? Давайте мы посмотрим видео. Напишите, пожалуйста, когда перед вами на экране появится заставка. Здесь игра на самом деле очень простая. Можно, конечно, карточки из книжек вырезать. Но здесь-то все озвучено, и еще раз момент какой, почему, вот что для меня здесь важно, как преподавателя, то, что преподаватель может немножко отдохнуть. Либо, например, вы позанимались, а дальше ребенок с родителями изучает. Давайте посмотрим, как это происходит. Мы выбираем игру с карточками. Plane. Horse. Doll. Plane. Plane.
plain. Каждый раз, как ребенок нажимает на карточку, слово звучит. Train. И это действительно готовое домашнее задание. Train. Train. Horse. Horse. И в эту карточке можно, игру можно играть сколько угодно. Запустим, будет другой порядок, выберутся другие картинки из этой темы. Ну, представляете, какой редкий случай удовольствия, когда ребенку говорим, вот мы сегодня позанимались, а дома открой вот эту тему, зайди вот в такую-то игру, вот она картинка, там иконки одинаковые на все игры, естественно, ребенок легко очень ориентируется, и поиграй в нее. Представляете, для ребенка какое удовольствие. Как вы считаете, когда такого рода задания даются, будет у ребенка отторжение, или все-таки он будет с удовольствием играть? Мы-то знаем, что он и слова запоминает, и плюс он еще и память развивает. Конечно, с удовольствием, действительно. Но он слова запоминает исподволь, они каждый раз произносятся. У него каждый раз связь между изображением и, как говорят, звуковым образом слова. Понимание на слух – это то, что мы с вами говорили, то, что мы уже видели. Когда у нас звучит слово какое-то, мы смотрели это видео, и нужно нажимать. Мы видели на примерах букв, а на самом деле, кроме букв, есть еще и такие моменты, и каждый предмет. Вот такое вот задача узнавания на скорость. Что это за узнавание на скорость? У нас появляются картинки, и звучит слово, и нам нужно именно на то слово нажать, правильную картинку, как можно больше. У нас есть, видите, в левом верхнем углу изображение песочных часов, игра только ровно минуту длится. Вот за минуту надо как можно больше успеть набрать баллов. И потом, когда сделали правильно, у нас появляется бонус. По тому же принципу работает не только слова можно изучать, картинки какие-то, но можно еще изучать и буквы. Давайте мы с вами посмотрим. V. L. K. Но тут, знаете, на цифровой, на интерактивной доске можно такое делать, но это сложнее, потому что на интерактивной доске за минуту не очень быстро поймают. Хотя, представьте, как дети будут подпрыгивать, чтобы поймать. Вот, кстати, для интерактивной доски есть интерактивные плакаты для начальной школы. Посмотрите, на englishteachers.ru есть интерактивные плакаты к учебникам happyenglish.ru. Вот там вы найдете и с алфавитом множество игр и прочие вещи, но они уже для детей постарше. Но здесь, да, и прыгать, и руками двигать, и кто быстрее поймает, тут можно такие соревнования устраивать. Но соревнования можно устраивать и с планшетами. И две команды, у каждой свой планшет, и кто быстрее наберет. Дети вокруг будут искать очень быстро, для того, чтобы набрать больше, чем остальные. И всего лишь упражнение длится минуту. И когда мы сделали правильно, у нас получается вот такой вот бонус. Ну, давайте вернемся к приложению. То есть каждый раз оно у нас дополняет наше занятие, которое мы провели по книжке. Можно начать с приложения наоборот. Пожалуйста, вот у нас картинка для раскрашивания. Это к теме Colors. Мы ее пораскрашивали. Каждый раз, когда мы перетаскиваем цвет на картинку, он у нас станет, во-первых, мы сначала видим образец, только то, что в образце мы можем раскрасить. Цвет у нас станет на место, он прозвучит, он будет назван. А потом мы скажем, а давайте теперь посмотрим в книжке, как же девочка картину рисует. И мы можем перейти от приложения к книге. Поэтому не надо ждать книгу для того, чтобы уметь работать уже с приложением. Но мы говорили про контроль. Как проконтролировать можно? В приложении есть раздел для родителей. У нас в правом верхнем углу изображение двух взрослых людей. На верхней полоске, вот вы ее сейчас видите, здесь у нас дети, это возврат к детскому режиму. И посмотрите, если вы завели профиль ребенка, то есть написали его имя, то будет уже не ваш ребенок, а, например, имя. И можно профили заводить сколько угодно. Например, на одном планшете можно детей заводить несколько, вернее, имя детей ребенка, и вы будете просто, у вас будет такая возможность увидеть конкретно, что ребенок сделал. Например, картинку раскрасил, еще что-то сделал. И пишут, сколько он минут играл в эту игру. И вы можете, видите, еще внизу кнопочка поделился, вы можете отправить результаты. То есть, вот, например, у нас есть имя ребенка.
Мы выбираем, на русском или на английском писать это имя. Это чтобы отправить мальчик или девочка, потому что по-русски-то все, по-английски все равно Alex has colored the picture wonderfully. А по-английски раскрасил и раскрасила совершенно разные вещи, конечно, правда? А, вот здорово, когда можно цвета смешивать. Здесь у нас пока такого нет, но я надеюсь, что это следующим шагом станет. Мы сделали приложение к этим книгам мобильные, посмотрите, как они работают. И вот эту картинку мы нажимаем на кнопочку «Поделиться» в правом нижнем углу, и мы можем отправить родителям. Любым образом из того, что у вас есть в телефоне или в планшете. Через сообщение, через Viber, через WhatsApp, через Messenger в Facebook. Как угодно можно, по электронной почте отправлять. То есть очень легко можно отправлять. Точно так же, если вы задали на дом, то дети могут вам по электронке отправить результаты. Вернее, не они сами, а родители могут. И вы таким образом убедитесь, что родители проконтролировали, занимался ребенок или не занимался английским языком. То есть все, что от родителей надо, родители вообще очень любят, к сожалению, некоторые, когда им говоришь, вот вы дома проконтролируйте, пожалуйста. Родители говорят, ой, а я не смогу контролировать, я ничего не понимаю, я немецкий язык в школе учил. Знакомая ситуация, правда? Причем более того, иногда и дети это начинают как аргументы использовать. Они приходят и говорят, а я не сделал домашнее задание, у меня папа учил французский, поэтому он мне помочь не смог, у меня задание не готово. К сожалению, такое бывает. Здесь все, что нужно сделать родителю, это когда ребенок закончит выполнение, отправить через электронную почту или через мессенджер, например, если вы в WhatsApp сделали чат для родителей отдельный, отправить подтверждение вот эту вот картинку, что ребенок позанимался. И вы увидите, и какая картинка, и какая тема была, и что он делал. Всегда можно посмотреть. А вот у нас, кстати, та самая игра, про которую я говорил, которая вроде бы абстрактная, но она на самом деле развивающая. Это одна из тех игр, которые не к какой теме конкретно относятся. А вот у нас комната, в которой много предметов, и нам надо сделать в этой комнате уборку. Как мы эту уборку делаем? Мы все вот эти вот предметы перетаскиваем в коробку, то, чего в комнате быть не должно. Когда в комнате наступает порядок, то есть мы приучаем детей к аккуратности таким образом, но в игровой форме. Когда в комнате наступает порядок, и каждый раз будут новые предметы появляться на новых местах, когда мы запускаем, то у нас появляется коротенькая анимация в виде бонуса. То есть убери, и ты посмотришь, что произойдет. Но вы знаете, вопрос-то возникает, насколько эффективно мобильное обучение. Есть целый ряд исследований, которые показывают именно с точки зрения языка, что мобильное обучение повышает внимательность, развивает мышление, очень повышает мотивацию. Но значительного роста качества в обучении языку по сравнению с использованием книги, только за исключением развития умения понимать на слух, книга же не говорит, приложение говорит, такого не доказано. Поэтому, коллеги, есть технология Mobile Learning. Она, с одной стороны, традиционных приемов обучения учителя и книгу она не заменяет, но она их очень удачно дополняет. Это вот то, что делает. Это действительно задействует способы восприятия и на слух, и моторику, и мы видим, как называется. Да, книга плюс приложение. Вот поэтому это комплекс. А что еще в этом комплексе есть? Только книга плюс приложение. Еще пару моментов, и мы с вами заканчиваем уже, коллеги. Что у нас есть в книгах? И посмотрите, вы можете на сайте tinkylink.ru полистать эти книги, там страницы книг выложены, познакомиться с ними поподробнее, уже не в презентации в короткой, а уже в свое удовольствие. Посмотрите, там иллюстрированные тексты для чтения, там пальчиковые прописи, как мы с вами видели, там раскраски, там задания для развития моторики и способностей творческих. Можно будет скачать аудиозаписи всех текстов, которые дикторами выполнены. Вы слышали часть этих аудиозаписей в приложении, но в книге больше текстов, в приложении только часть. И советы для родителей есть, как использовать книги и приложения. Вы можете эти советы зайти и почитать. В мобильных приложениях интерактивные игры для отработки слов. И вот на сайт TinkyLink заходите, кликайте на приложение, и там есть ссылка, как приложение себе установить и скачать. Но кроме этого, кроме сайта TinkyLink, есть еще YouTube-канал TinkyLink. Давайте я вам сейчас дам ссылку на этот YouTube-канал. Он хорош для родителей. Коллеги, для средней школы есть обучающие компьютерные программы. Там тоже много интересного, но мы про них отдельно поговорим. Вот, коллеги, ссылка на YouTube-канал. Откройте ее в отдельной вкладке, посмотрите, добавьте себе в закладке. Там есть, кстати, очень хорошая так называемая живая статья. Это то, что вы можете родителям порекомендовать. Как вообще заниматься с ребенком, как помогать ребенку изучать английский язык. И дошкольнику, и в младшей школе сработает. Там же есть видеокомиксы, там есть песня алфавитная, можно найти информацию. И там же советы для родителей, как мы говорили. И есть во ВКонтакте группа специально созданная, посмотрите, пожалуйста,
Она нужна для общения с родителями, если надо. Там есть советы специалистов. Там есть карточки бесплатные с картинками, которые можно скачать. Там есть полезная информация, картинки, которые можно ребенку показать. Там есть комиксы, но они уже не видео, а есть комиксы, которые можно не спеша рассматривать, читать и прочее, прочее, прочее. То есть много материалов бесплатных для скачивания, и можно пообщаться друг с другом, позадавать вопросы. То есть вот такая вот информация, поэтому я советую тоже открыть ее, эту вкладку, и потом с ней познакомиться. А еще лучше подпишитесь, если вы есть во ВКонтакте, подпишитесь, добавьте ее в закладки, для того, чтобы получать информацию. То есть, еще раз, комплекс состоит не только из книг и приложения, но есть еще сайт tinkylinky.ru. На нем будет появляться новая информация. Книги Tinkylinky появятся на этой неделе на englishteachers.ru, их можно будет приобрести. Я думаю, что буквально через неделю они появятся в интернет-магазинах, таких как ozon.ru, labyrinth.ru и прочее. И на сайте Tinkylinky будут прямые ссылки, где можно это найти. Рассылка будет, но уже на этой неделе из типографии книги начнут поступать. Я думаю, что в течение 2 недель все 15 книг уже будут в продаже. Вот перед вами видео, YouTube-канал. И, как мы говорили, есть статьи с советами и для родителей, простым языком очень написаны, о раннем обучении английскому. То, что можно делать и для тех родителей, которые самостоятельно языковую среду создают, тоже там можете полезные вещи найти, и фразы, и тезаурусы, и тематические выражения, которые, может быть, пригодятся. Вы знаете, например, вплоть до того, что не всегда в голову какие-то выражения придут. Например, как будет по-английски «намыль руки»? Вот когда мы ребенка в ванную комнату повели, его умываться учим. Ладно, мы с вами в книге видели «wash your face». А как будет именно «намыль»? Какое слово лучше использовать? Коллеги, я, прожив год в США, например, и проучившись в Великобритании, я ни разу этого слова не использовал, потому что, конечно, я взрослый человек, никто мне не говорил «намыль». Soap? Нет, не soap. Soap – это существительное. Конечно, можно как ситуативный такой глагол использовать. Rub – это когда мы натираем. Это можно сказать, например, rub with soap. И тогда у нас все получится. Есть такой глагол «leather». Я сейчас напишу его вам. И все, и мы говорим «lather your hands», и этого достаточно. И вот такие вот глоссарии, тематические небольшие, они есть как раз в группе во ВКонтакте, то, что мы с вами видим. То есть это даже для нас с вами может быть иногда полезно. Я какие-то статьи там писал, вы знаете, я очень много чего искал для того, чтобы те статьи маленькие, простенькие написать. Простым языком писать гораздо труднее, чем сложным и научным. Поэтому, коллеги, и еще полезная информация, которая нам может пригодиться. Сегодня мы разместим объявление. Если вы захотите принять участие в апробации вот этих вот пособий для раннего обучения, не только тех, которые мы видели, но и других, у вас есть возможность их дешевле еще со скидкой приобрести, даже не по 80 рублей, а там скидка будет процентов 10. Оно вроде бы немного, но когда посчитать, например, 15 книг, если вы захотите, вы можете 2-3, неважно сколько, хоть одну книгу, все равно можно принять участие в такой апробации. Не зря коллеги писали: бедный мой бюджет, давайте экономить бюджет. Вы можете принять участие в эксперименте апробации пособий для раннего обучения английскому языку. Информация будет на форуме englishteachers.ru и на сайте издательства «Титул» есть страничка апробации. Там тоже эта информация есть. Вы сможете этим пользоваться. Поэтому здесь все легко делается, там прям по шагам. Если у кого-то из вас ссылки, например, вы не успевали открывать, с презентацией не очень удобно, вы можете воспользоваться вот такими QR-кодами. Наводите мобильное устройство на QR-код, он вас отправит на канал YouTube верхний, на родительский клуб и так далее. И для частного центра возможно, конечно же. Для частного центра еще удобнее. Обратите внимание, на обложке стоит английская фамилия автора, Arthur Frost. Поэтому, если у вас есть родители, которые говорят, что это вы российского издательства, например, напечатанные в России книги берете, вы всегда можете сказать: коллеги, мало ли где книга напечатана, возьмите британских авторов, они почти все в Китае или в Индонезии напечатаны. Дело не в том, где напечатано, а в том, насколько книга удобна. Просто мы сталкивались с такой ситуацией, когда, например, у нас про одни книги в одном частном центре, владелец его посмотрел, говорит: ой, какие чудесные книги, но я не могу. У нас занятия очень дорогие, если родители узнают, что книжки дешевые, то они будут недовольны. Я, конечно, сказал, что «а вы не говорите родителям, сколько книги стоят, вы себе еще больше заработаете на этом». Ну, как-то вот смутил момент того, что книги стоят дешевле в 10 раз, чем зарубежные пособия.
Вот такие моменты. Уважаемые коллеги, мы завершаем наш вебинар. Я сейчас покажу, как получить печатный сертификат и дам для всех ссылку для скачивания электронного сертификата. Посмотрите, пожалуйста. Но на englishteachers.ru мы уже буквально на днях объявим серию онлайн-тренингов, которые можно будет проходить на разные темы и с играми и так далее, и так далее. Я также хотел обратить ваше внимание еще вот на что. 27 и 28 августа под Москвой, в поселке Лесной Городок, будет проходить игровая летняя школа Trendy English. Откройте себе в закладках, посмотрите, там как раз будут обучать разработчики игр, обучающих, будут учить всех участников, как создавать игры для своих уроков. Вот я комментарий Елены прочитаю. Меня тоже иногда смущает цена. Бывают очень хорошие книги, но дорогущие. Бывают слишком дешевые, вызывают сомнения. Ну, коллеги, вы видели, как вы считаете, вот соотношение цены и качества того, что вы видели сегодня? Хорошее соотношение или не очень хорошее? В Trend English дистанционно, к сожалению, не очень, не получится принять участие, потому что там несколько дней, там два дня прям летняя школа создается. Итак, коллеги, сейчас я вам даю информацию о том, как получить сертификат электронный. И я вам сейчас дам информацию точно так же о том, как получить сертификат печатный. Подержать в руках, коллеги, качество хорошей бумаги, вы их вполне сможете, они и в обычных магазинах будут. А мобильные приложения вы можете скачать прямо вот хоть сейчас. Дать вам ссылку на скачивание мобильного приложения. Хорошо, даю. Вот код для сертификата. Итак, мобильное приложение. Есть мобильное приложение бесплатное, но там в бесплатной версии только три темы всего лишь, по одной теме на каждый уровень. И есть приложение платное. А вот в платной версии там как раз 15 тем, там как раз вот эти дополнительные развивающие игры и другие дополнительные моменты, которые могут быть интересны ребенку. Это вот вторая ссылка, то, что называется Pro. Еще раз, коллеги, ссылка на сертификат. И сейчас про платный сертификат я скажу, как его получить. Итак, коллеги, вот перед вами информация о том, как получить платный сертификат. Посмотрите, пожалуйста. Всем ее видно? Зачем и кому этот платный сертификат может потребоваться? Если вам нужно количество часов для повышения квалификации, в этом сертификате это будет на бумаге с печатью, там будет написан номер лицензии на образовательную деятельность, ваша фамилия и отчество, информация о том, что вы прослушали курс лекций по методике на тему такую-то в объеме 2 часа. Поэтому, коллеги, посмотрите, как это делается. Сначала вы получаете электронный сертификат, он нужен, как подтверждение того, что вы действительно участвовали в вебинаре. Информация о том, как получить сертификат, перед вами. Затем вы по электронной почте в свободной форме пишете, например, «Хочу сертификат за такой-то вебинар» на адрес connect.englishteachers.ru. Вот кому для аттестации электронного хватает, замечательно. Это вообще идеальный вариант. Но кому-то требуется печатный, потому что нам регулярно спрашивают. Вот Елена спрашивает, мало установок у платного приложения, интересно почему. А оно опубликовано всего лишь несколько недель назад. Оно только-только появилось. Поэтому там просто еще не успели. Если вы посмотрите, у бесплатного там больше 1000, оно было опубликовано гораздо раньше, еще весной. А платное оно вышло в 20-х числах, в конце 20-х чисел июля. И мы его пока еще про него пока никому не рассказывали. Вы первые. Поэтому посмотрите, стоит или не стоит, как вам интереснее будет. Итак, и на печатный сертификат. Единственное, что стоит 150 рублей этот сертификат, потому что его нужно напечатать и отправить по почте. Только и всего. Но это можно сделать. Ну что ж, коллеги, есть ли у вас какие-то еще вопросы или комментарии? Если есть вопросы, я постараюсь ответить. Нет, не только на телефон, на планшет можно установить, конечно же. Телефон и планшет. На компьютере, на настольном работать не будет, потому что это мобильная версия, естественно. Книги на этой неделе уже будут. По сертификату как будет выглядеть? Я не положил картинку, прошу прощения, давайте сделаем так. Я к вечернему вебинару, конечно, положу. Вертикальная ориентация, рамочка, написано сертификат, без слов участника или прочего.
И текст будет такой: ваша фамилия, имя, отчество, поэтому еще нам нужен электронный сертификат. Написано: принял, прослушал курс лекций по методике, в объеме, количество часов, 2 часа, на тему, тема, и внизу написано: лицензия на образовательную деятельность номер такая-то, выдана тогда-то, тогда-то, тем-то, тем-то. И затем внизу моя подпись и печать. По апробации, да, он отличается от бесплатного внешне. Отличается. Предыдущие сертификаты в печатный вид. Коллеги, я думаю, что этот вопрос можно решить. Если вам нужны какие-то сертификаты предыдущие, давайте сделаем так. Вы напишите на Connect, мы постараемся подумать об этом. Хорошо? И решить такой вопрос. Так, дальше, что еще? Поэтому, да, отличается от бесплатного внешне. Так, какие еще у нас были вопросы? Нет, скидка не только сегодня на книге. Скидка будет для всех апробаторов. Условия апробации очень простые. Вы присылаете заявку, что вы хотите апробировать. Мы вам подтверждаем, что мы вас вносим в список апробаторов, то есть мы вам даем справку фактически, и предоставляем скидку на эти книги. Вы их со скидкой приобретаете, и после того, как вы поработали с книгой, нужно будет заполнить простую анкету онлайн. Там буквально 6 или 7 пунктов, в которой вы пишете как раз, например, хватило, не хватило материалов. Зачем нам нужна апробация? Нам нужно понять, насколько это для вас удобно. Какой адрес на апробацию? Вы можете написать на connectenglishteachers.ru, но объявление об апробации сегодня появится с полным списком книг, в том числе, кстати, не только серии Тинки Линки, но и других, появится на сайте englishteachers.ru сегодня. Я думаю, что до часу дня мы эту информацию разместим, то есть в течение получаса вы сможете всю информацию оттуда получить. И, кстати, те, кто у нас уже участвовал в апробации, например, курса 12 шагов, там скидка еще больше на приобретение, если нужно. То есть мы стараемся сделать так, чтобы это, ну, максимально было доступно. Есть ли еще какие-то вопросы, коллеги? Ну что ж, если вопросов нет, мы заканчиваем. Коллеги, я вечером буду этот вебинар еще раз повторять, но я другие видео из приложения буду использовать, так, чтобы можно было прям реально посмотреть. Вот мы смотрим Vegetable Toys, и мы к нему тут же смотрим игры, чтобы было четкое представление не просто о том, что есть в приложении, а именно о том, что прямо на конкретных примерах в связи с теми страницами, которые мы показываем. Плюс, коллеги, обратите, пожалуйста, внимание, в чем в приложении, в платном, 250 слов. Это половина лексического запаса в соответствии от требований примерной программы в начальной школе. Кстати, как вы считаете, вот то, что вы видели, книги и приложения, например, можно их и в начальной школе использовать, или это все-таки больше для дошкольников? Вопрос Лидии, где можно взять аудио для Милли 2? На сайте englishteachers.ru интернет-магазин, там прям отдельная тема, категория аудиоприложения, можно брать там, приобрести. Елена Александровна пишет, для дошкольников. А вот книга In the City, например. Вот кто-то в началке пишет, буду использовать. То есть на самом деле они по тематике, они вполне соответствуют примерной программе. Конечно, например, What do animals say, слишком простая книжка, наверное, была бы даже для второго класса. Правда? А вот In the City вполне можно. Это целый рассказ, хорошая книга для чтения. Правда же? То же самое, например, Vegetable Toys. Там есть что почитать. The ABC. Прекрасные стихи, рифмовки простые, которые можно использовать как раз во втором классе. И так далее. Вот. Действительно, вопрос, когда только в школе это использовать? Ну, разве что в дополнение. То есть, почитали, в классе читаем рассказ, дома даем приложение мобильное. Позанимались с приложением, пришли, и сразу видно, что ребенок сделал, сразу слова запомнил или не запомнил. То есть вот такие вот моменты. Про сложность фраз для дошкольников. Вы знаете, фразы для дошкольников достаточно простые. Если начинать с первых книг, вот этих вот «What do animals say», то там совершенно четко, там очень постепенное нарастание сложности. От объема слов до грамматики. Present simple, сначала только утвердительный, потом добавляется вопросительно отрицательное. Глагол can, то есть никаких пока вот таких сложных вещей нету. Про намылить руки. Там нету глагола let, это вот советы родителям.
Там очень просто, там дается wash your face, wash your mouth, wash your mouth, вернее, wash your lips, прошу прощения, wash your mouth это другое, это когда ребенок что-то плохое сказал, словом говорят, я тебя сейчас с мылом вымою. Wash your ears и так далее. Если участвовать в апробации метапредметного портфеля, можно дополнительную скидку на Тинки-Линки? Вы знаете, я думаю, что мы можем этот вопрос решить. Напишите нам по электронной почте, мы постараемся решить этот вопрос. Сложно учились уже с дочкой, замечательно. Но там посмотрите, сколько слов у нас есть. И hands, и arms, и legs, и feet. И про животных мы говорим. И paws, и tail, и так далее. И мы повторяем название игрушек заодно. То есть, если книжка, например, довольно простая, там у нас есть пальчиковые прописи, мы слова учимся. То есть, если уже выучили, это хорошо. Можно другую книжку брать. Можно только в приложении этой темой позаниматься. А если, например, хотим еще поработать с моторикой еще с чем, там есть вот такие вещи. И дорисовать, и карточки, с которыми поиграть можно. То есть для повторения. То есть здесь каждый для себя что-то найдет. 15 тем это очень-очень немало. Ну что ж, коллеги, если других вопросов нет, да, для 3 лет нормально. Полный комплект книг сколько стоит? Ну давайте посчитаем, поскольку они по 81, по-моему, рублю. То есть умножаем на 15, на самом деле по 1000 получится. Но вам не обязательно в апробацию брать сразу полный комплект. Возьмите одну книгу, две, три, берите по мере того, как вы их пройдете. Посмотрите сначала, как они работают. Вот, но все равно, даже если сравнить, например, 1000 рублей за 15 книг, давайте посчитаем некоторые книги, которые мы с вами покупаем для детей, такого же типа и такого же объема, поскольку они иногда в магазинах бывают. За такие же деньги бывает и 2 книги только купишь, в лучшем случае 3. Вот. Ну, коллеги, знаете, вот Елена Александровна пишет, это халява, для каждого свое. Будет продаваться сразу оптом комплект, можно по одной заказывать. По одной это очень так же, как в обычном магазине, в корзинку положили и все. Скидка будет на все книги, естественно, действовать. Комплект плюс приложение. Приложение у нас есть отдельно. Я думаю, что мы можем сделать таким путем. Мы планируем сделать несколько конкурсов. Онлайн-конкурсы, поэтому подписывайтесь на группу Тинки-Линки, на группу издательства «Титул». И мы сделаем так, мы в качестве призов для конкурсов можем давать для детей, например, или для родителей все равно, мы можем давать промокоды так, чтобы можно было платную версию приложения, те, кто выиграет, установить бесплатно. Вот, я думаю, что подойдет такой вариант. Вот, но весь комплекс корзину, вы просто заходите в издание для дошкольников, находите, например, открываете для детей 5 лет, и там все книжки будут. Вы на них нажали в корзину, и у вас все в корзинке получилось. Вот аудиоприложение можно будет бесплатно скачать к этим книгам. То есть все тексты, они еще и начитаны. Все можно будет послушать. На каждую нажимать, к сожалению, пока да. Мы обязательно добавим купить весь комплект. Обязательно добавим, но пока магазин дорабатывается. Но в то же время зато можно выбрать любой способ доставки. Как вам удобнее. То есть можно по почте получить России, можно Боксбери, можно Пикпоинт, можно через службы доставки курьерские и прочее. Конечно, для магазина удобнее, когда целый комплект можно будет покупать. Я думаю, что у нас это в очень скором времени, в абсолютно ближайшем будущем. Да, СДЭК есть. Есть СДЭК, есть что у нас еще? Есть СДЭК, даже ЕМС есть. Которые, кстати, на удивление, в 10-ку лучших курьерских служб в мире по последним исследованиям какого-то зарубежного агентства вошел. Хотя, казалось бы, не ожидаешь. Привычно все, что ассоциируется с Почтой России. Кажется, что не так это быстро. Да, есть СДЭК, есть Боксбери, есть пункты доставки. Очень скоро эти книги появятся также и на Озоне. У них богатейшая вообще система доставки и прочее. Так что, коллеги, заходите, скоро будет много нового. СДЭК – это курьерская служба доставки. Это я на вопрос Татьяны Михайловны отвечаю. Пикпоинт есть. Пикпоинт тоже есть, можно заказывать. Поэтому есть и такие варианты. Просто это скоростная доставка, и она доставляет до определенного пункта. Поэтому вам не обязательно ориентироваться на расписание почты, в которой часто очередь бывает. Вы дошли и получили. Причем у СДЭК, и у Пикпоинт есть способы оплаты, которые получают с доставкой, но раз дешевле, чем Почта России. Есть курьерская доставка, когда вам прямо домой все привезут и так далее. Ну что ж, коллеги, спасибо большое. Кстати, в интернет-магазин зайдете, там есть вкладочка «Доставка», кликните, там полный список будет. Спасибо вам большое.
Особенно спасибо тем, кто делился опытом, потому что это самое ценное. Благодаря вам дети будут знать английский неплохо, как минимум, а может быть и очень хорошо. И самое главное, вы своим примером показываете, что ничего в этом страшного, трудного, непосильного нет, что все это доступно и возможно. Большое спасибо, уважаемые коллеги. Пойду размещать объявление об апробации. До свидания.